Действительно, я уже 4 раза был в этом городе, и завтра будет 5-й мой концерт. Я думаю, что этим, в принципе, уже многое сказано, потому что Россия с каждым годом получалась, наверное, таким одним из немногих государств, где мое присутствие уменьшалось и уменьшалось. В силу самых простых причин, все-таки наша профессия заставляет нас, как спортсменов, заполнять всю географию нашего земного шара и все важные сцены мира. И мы редко присутствуем где-то в одном месте по причине просто нашей работы. Абсолютно здесь не влияет, так сказать, условия жизни и ситуация с культурой в каком-то определенном месте, в определенном государстве. Это, наверное, на каких-то бытовых ситуациях играет определенную роль, но абсолютно не главное. Поэтому я не считаю себя уехавшим из нашей страны, и уж тем более мигрантом. Мы люди, все люди, которые занимаются искусством, в том числе и спортом, да, мы вынуждены путешествовать и менять все важные площадки и сцены мира. И уверяю вас, в России есть всего 2 города, где я выступал как минимум 5 раз. Это большое количество выступлений. Это, в принципе, достаточно часто. Могу сказать часто, потому что моя карьера еще не такая длинная. Это, пожалуй, Москва и Рязань. Вот 2 города. Поэтому я думаю, что этим все сказано, мое отношение к этому городу.